Настоящее его имя – Шая Ицикович, по профессии дантист. В партию вступил в 1905 году. Яков Свердлов, отбывавший ссылку вместе с Голощекиным, писал. Он стал форменным неврастенником и становится мизантропом. При хорошем отношении к людям вообще, к абстрактным людям, он безобразно придирчив к конкретному человеку, с которым ему приходится соприкасаться. В результате контры со всеми. Конечно, кроме меня, ибо я-то хорошо знаю, какой это хороший парень. В 1918 году Голощекин был одним из руководителей расстрела царской семьи. Сохранились свидетельства, что в подвал Ипатьевского дома он так и не спустился и лично не стрелял. Остался на улице. На вопрос товарищей «почему?» ответил, что будет прикрывать их снаружи, отгонять случайных свидетелей, чтобы никто не услышал выстрелы. Есть версия, что он просто струсил.